6 и 8 трамвайные маршруты вернулись на улицу Горького и теперь не объезжают город через улицу Ленина и Центральный рынок. С прошлого августа поездка на этих трамваях целый год напоминала небольшую экскурсию по городу. За 4 дня после возобновления привычного маршрута через Горького пассажиры 8-го трамвая освоились с изменением и уже оценили экономию и времени, и средств. Ну, часа два точно, потому что я первое время на автобусах ездил, а тут гораздо быстрее. Про деньги не знаю, но время точно. Не считала, может, как-нибудь на досуге посчитаю, сяду, сколько это вышло в плюсе. Удобно, потому что я сам живу на Крахлях. Удобно ездить, да. Трамваи у нас в Перми отличные. Поездки быстрее значительно, чем, например, на автобусе или на своей машине. Интервалы движения от 10 до 25 минут в зависимости от времени дня. Время в пути от начальной до конечной остановки на 8-м маршруте сократилось примерно на 10 минут, на 6-м на 20, и это если без пробок. Мы поехали на пруд. Я вообще не езжу на трамваях, это редко. Просто ребенок сейчас в больнице, удобно. Рядом с домом, и тут получается рядышком. Мы едем в Горьковский парк. Очень удобно, мы живем на рабочем поселке, и он останавливается как раз около Орленка. То есть мы очень быстро, за 15 минут, мимо всех машин и пробок, доезжаем и гуляем. Да, мне очень удобно. Я езжу в ВТБ, кредит платить, и вот я там выхожу, мне удобно. Дождали, когда наконец откроют по Горького транспорт. Наконец-то открыли. На отремонтированном участке улицы Горького теперь выделенная полоса для общественного транспорта. Остановочные павильоны вынесены с тротуара ближе к трамвайным линиям, как на улице Ленина. Пока работы на проезжей части и тротуарах здесь продолжаются. Окончательно все будет сдано к ноябрю.